Всем привет, коллеги. Это у меня машина Toyota Camry. Не 3.5, а 2.0. Заметьте, 21-го года. Короче говоря, сегодня у нас суббота. Число не знаю, честно. Так, либо 13, либо 14 число. 18.16 время. Короче говоря, начинаем работу. Будем работать по самозанятому, потому что у меня есть 12-часовой промокод. Активирую 12-часовый промокод и будем работать 12 часов. Посмотрим, что получится. Все, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Это у нас Ленинградское шоссе. Прямо до конца, и мы выйдем в Красную площадь. Неплохо, да? Все ссылки в описании, пожалуйста, подключайтесь. Очень хорошие условия, 50 рублей в сутки, это прекрасно, я считаю. Я буду надеяться, что ночью будут очень хорошие заказы, потому что я включу мой район и буду катать по мой району в центре трешки. Вот, внутрь третьего транспортного. Внутри третьего транспортного кольца. Ну что, едем в Химки, выходим на линию, ждем первый заказ. Как мы получим первый заказ? Там останется там где-то 2-3 минуты до подачи. Включим 12-часовой промокод. Все, долго я разговариваю, я знаю. Коллеги, прошу понять. Если вам это не нравится, пишите. Ты долго разговариваешь, давай по факту. Буду говорить только по факту. Просто мне не нравится общаться, рассказывай. Все, ждем первый заказ. До включения. Кстати, лайфхак хотел рассказать вам. Смотрите, если вы находитесь в Химки, да, или в Сходне, неважно, у вас там показывают самолетик красный, тогда вы берете, включаете тарифы, эконом, комфорт, комфорт плюс, ну какой тариф у вас есть. Вот. Если по эконому, то я думаю, вам будет давать проводника без проблем. Выходите с линии вот таким вот образом, вышли с линии, включаете тарифы, ждете 5-10 минут, иногда бывает 15 минут, и следите. Вот этот значок изменится на голубой или синий. Нажимайте на него и смотрите, дал это как его, проводника или нет. Если он там показывает там комфорт плюс столько минут, эконом столько, то вы не сможете нажать поехали получить проводника до того момента, пока вы не выйдете на линию. Выходите вот таким вот образом на линию, нажимаете на эту кнопочку вот так раз и поехали. Все. И не забудьте выключить тарифы, которые вам не нужны. А то бывает, с тарифом заезжаете, все, у вас ставит он очередь. И первым делом вам скидывает эконом тариф, если вы там по комфорт плюс приедете. Так что пользуйтесь, коллеги. Смотрите, я уже почти вот подъехал. До подачи 4 минуты. Но нужно уже активировать промокод, потому что мы уже близко. Если вы нажмете на месте, то промокод не будет действовать. Запомните. Вот раз, 19 мая. Все. Промокод активирован. 18.59. Будем работать до 18.59 утра. Выспался. Все отлично, все хорошо. Погода шикарная. Ну, я бы, конечно, пожил бы в таких вот местах. Ну, вы посмотрите, просто шикардосно же. Ну, я бы пожил бы, честно. Тут, конечно, небольшой парк такой. Двухэтажек. 12 минут 35 секунд. Почти 700. Прекрасно. Блин, можно даже выйти с другой стороны. Ё-моё, там никого нету. 15 минут 614. И следом заказ к пятой. Здравствуйте, иду к выходу. 5 минут. 5 минут мы не сможем стоять, я уже здесь. Здесь 5 минут можно, но так как мы уже подъехали, я думаю, что пассажир не успеет. Алло. Алло, здравствуйте, это водитель такси, вы вышли? Да. Здравствуйте. Да, идем. Ага. Еще не вышло. А... Вы у какого столбика стоите? Четвертого. Четвертого? Все, да. Сейчас подойду. Хорошо, давайте. Да, не волнуйтесь, иду. Хорошо.
Ну, я как бы не волнуюсь. Это у нас Казанский вокзал, Ленинградский и Ярославский. Ночь, суббота, выходные, все приезжают. А я жду своего пасека. Но его нету, как я вижу. Ленинградский. Алло. Алло, девушка. Алло. Да. Я спускаюсь уже. Я просто здесь долго не смогу стоять. Здесь только 5 минут можно стоять. А я подхожу уже. Ага. Подхожу уже. Давайте. Ну, коллеги, смотрите. Ситуация, да? Говорит, подхожу, но нету ее. 3 минуты платных, 3 минуты бесплатных, 6 минут. Здесь более 5 минут нельзя стоять, только 5 минут положено. Ну, благо у меня капот, багажник открыт, спереди никого нету. Вот. Сейчас посмотрим, что за пассажир. Здесь больше 5 минут нельзя стоять, знаете, да? А? Более 5 минут нельзя стоять просто здесь. А, то есть заранее нельзя вызвать, да? Нет. Так, 11 минут, 700 рублей. Ждем заказ. Мы на Солянке. Здесь можно уехать направо. Пассажиры встали, наверное. Это они идут за мной. Встали прямо на дороге, где, ну, как бы, можно остановиться, но сзади у меня машины едут. Куда я остановлюсь? Че? 4 человека, как обычно. Здравствуйте. 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 Это вы стояли там? Здесь на дороге? Да. На дороге? Ну, я имею в виду со стороны дороги просто. Стороны дороги просто я бы остановился, если бы там было. Да. Блин, ну вот 10 минут ехать. Да, давай быстро. Симачок? А можно подключиться к вам, к Блютузу, музыку свою включить? Да, инстасамку, может, я включу? Давайте, если будет. Да, давайте. Инстасамку? Можно? В общем, инстасамку. А что, все слышат инстасамку? Сразу же сказала инстасамку. Давайте. Реально все слушают инстасамку? Не, я не слушаю, я просто знаю, что предпочитают пассажиры. Реально все пассажиры предпочитают инстасамку? Да. Кошмар. А все нашего возраста или вообще? Я вообще хотела. Примерно ваше. А, сам все понятно. Чуть-чуть. Нашего это какого, можно узнать? Что сейчас? Нашего это какого? Да, мне тоже интересно. Вашего? Да. Ну, среднего возраста. Среднего? Ну, давайте, мало. Ничего такого не говорили. Ладно, средний-то сколько? Ну, 28. Сука. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Что, в точку? В точку? Стой, смотри, что ты был. Нас год назад нам даже пиво не продавали, а сегодня почему-то второй раз уже угадывают твой возраст. А мне даже еще не 28. Я ржу. Так, серьезно, инстасамку хотите? Да давайте, да, ну что уж с вами тут? Уж вы нас раскусили. На 9 минут я хочу, мы торгуемся. Да. Возраст, это все, потому что мейк. Я вообще не крашусь обычно. А тут я накрасилась. Точно, Юля. Виноват. 100%. Кто-то жизнь потребовала. Я расстроилась. Как говорится, вся жизнь впереди. Так и говорится в 28. Что уже остается говорить-то? Дальше Владимирский Централ. Владимирский Централ остается только и все. Среднего, ну, блин, не знаю, по-разному слушают, конечно. У всех же предпочитания разные, но... Ну вы уже не давайте заднюю. Вы уже... Нихуя же, блядь. Как сказали, да. Ну, давайте вот этот послушаем. И старый где-то, я думаю, не знаю. Давайте дальше. А есть у вас Меладзе? Меладзе? Да. Нет.
сигареты. Оставить? Но эти песни молодые слушали, 18 лет или 17. Ну, извините. Отец. Мне 25. Точнее, надо было спросить, сколько дадите. Ну, вы же тупили, ну ничего. Ну да, я немножко это запоздал. Сколько бы вы дали? А я не вижу вас, я не знаю. Среднего возраста, я бы сказал. Среднего? Средненького. 30, наверное. Да? Ну нет, 25 нормально. Спасибо. Это пожалуйста. Так. А вы Егора слушаете? Не-не-не, мы не слушаем. Не слушаете? Нет. Да по-любому мы знаем какую-нибудь песню. А его? Мы знаем «О боже, мама, мама». О, Гуччи давайте. Гуччи гений. Понятно. А вы? Кто-то на молодежном юге. Сейчас тикток будем снимать. Давайте, да-да-да, давайте. Только одну песню знаю, которую. Ну, вот и его. Да, ты цепи знаешь. А цепи нету? Цепи нет. А вы не знаете, где такая музыка есть из клубов? Вечера. Клубы там, может быть, бары. Вот такая музыка играет, что можно было попеть. Что танцевать потом? А по караоке? Ну, здесь есть соло караоке на Садовом. Ну, караоке это хорошо. Не караоке. Потанцевать. Да. Нет. Нет. Такого не помню. Но клубы могу подсказать, а вот то, что вы говорите. Хорошо, нет. Давайте клубы подскажите. Там мы не местные? А профсоюзные? А? Профсоюз. Не ходили? Не-не-не-не-не-не. На Новослободске, нет? Не, не хотим, нет, это было. А вы были? Да. Я только что туда отлазил. Наверное, те, которые не среднего возраста, а помладше. Чуть-чуть, да, да. 22-24 где-то. Не обманывайте. А нет, там? Спасибо. Снимать? Не ходите? Нет. А что, там вас знаете? Не знаю, я не ходил, я вот не знаю. А почему спасибо? Я же говорю, в Москве ни разу не был в клубах. А, вообще. Понятно. Да. Ну, я вот уже старпер, можно сказать. Ну, 25 да. лет. Я согласна. Спасибо за комплимент. Хорошо, вам вечер, до свидания. Спасибо. Аккуратно. Я еще за музыкальное сопровождение. Да, спасибо. С вас 5 звезд? Ну, конечно, да, конечно. На месте. 482. Что, ждем следующий заказ? Короче, коллеги, это уже другой день. Хотелось бы подытожить субботний вечер, субботнюю ночку. Получается, до 12 часов 7.370, а после 12 7.986. Поверьте мне на слово, сейчас я покажу. Просто за рулем неудобно. Все видно, да? Все. И плюс 1000 рублей помимо агрегатора сделал. Итого получается 16 300 заработал, из них минусуем 5000 расход и 5000 расход и все, в принципе. А из 16 300 можете вычесть 25%, это будет комиссия Яндекса. Да, кстати, забыл сказать, я работал около 12 часов, потому что с 7 до 7 работал, можно сказать. За 12 часов вот такая вот сумма, все комфорт плюс. Работал я ночью, в субботу. Так как я промокод включал, вот такая вот сумма у меня. Всем спасибо за просмотр. Жмякайте лойсу, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал. Колокольцу жмякайте. Прошу поддержать меня, пожалуйста. Это у меня второй канал. Первый канал заблокировали, к сожалению. Так что всем спасибо. Всех обнимаю, поднимаю, баскетболом играю. Всем пока.